Площадь Тахрир сегодня утром. Демонстранты полны решимости продолжать борьбу. Отставка недееспособного в их глазах правительства их не успокоила. Они винят во всем военный совет. Это было недееспособное правительство. Пусть глава военного совета уйдет в отставку. Армия во всем виновата. Мы не уйдем с площади. Amnesty International заявила протест. На этом видео полицейский хвастает. Я ему попал в глаз. Сослуживцы его поздравляют. Резиновая пуля попала Малику Мустафе в правый глаз. Он один из самых известных блогеров в Египте, один из инициаторов революции. Малик уверен, что полицейские специально целятся в головы демонстрантов. Раньше стреляли, куда попало, теперь целят в голову, в мозг. В последние дни все больше ранений в голову, все больше выбитых глаз, говорит Малик. Во всем мире растет беспокойство, что Египет окончательно скатится в хаос. Египет своего рода компас, ключевая страна для успеха революции в арабском мире. Поэтому насилие в Египте вызывает беспокойство не только за эту страну, а за весь регион. Неделя осталась до парламентских выборов в Египте. Многие опасаются, что взрыв насилия сорвет свободное голосование.